Чебоксарка Татьяна Александрова стала победительницей сразу двух чемпионатов по плаванию в холодной воде, проходивших в Великобритании и Ирландии. С чемпионкой, для которой холодная вода – родная стихия, пообщалась и наша съемочная группа. Медальная копилка Татьяны Александровой совсем недавно пополнилась 3 наградами. С успешного старта в чужой стране она привезла 2 золотых и 1 бронзовую медали. Татьяна занимается зимним плаванием уже много лет, и первые результаты не заставили себя долго ждать. При первом же старте в далеком 2005 году в Казани она взяла золотую медаль. Далее победа на чемпионатах мира в Словении и Финляндии. Такая вот тяжелая была дистанция у меня, 6,5 километров на Телецком озере. Тогда было очень трудно психологически, физически, потому что было совершенно плохое сопровождение. Ты практически находился в воде один, и было очень-очень холодно. И вот это было только начало моей спортивной, так сказать, карьеры. И вот это то, что пришлось преодолеть, это очень запало в душу. Спортсменка усиленно тренируется 3-4 раза в неделю в бассейне, плюс обязательно тренировки на открытой воде в проруби. На чемпионате Великобритании и Ирландии была очень сильная конкуренция. Участвовали спортсмены-айсмены более чем из 12 стран. Наша спортсменка установила мировой рекорд гонки на 1 километр. Мотивация была очень сильнейшая в том, что Россия впервые вот представлялась на этих соревнованиях. И мы видели неподдельный интерес к нам. Мы плыли с российской символикой. У нас были костюмы тоже с российской атрибутикой. Мы выделялись в толпе. И была дружеская поддержка. В Республиканской федерации закаливания и зимнего плавания много опытных спортсменов. На соревнования постоянно выезжает человек 20, и они постоянно привозят с собой медали и кубки. В ноябре в Ульяновске были соревнования. Вот заплыв через мост, 4 километра императорский, эстафетный заплыв. Мой этап был последний, получается. Где-то 500 метров до берега оставалось. Меня никто не забрал. В смысле, на катер не посадил, я плыла прямо до берега, потому что я заявила на 200 метров, а у меня получилось больше. И как-то так получилось, что у меня самый хороший результат получился. 23 минуты нахождения в воде и 550 метров. Я сама не ожидала. Это все так нечаянно получилось. Совсем скоро новый старт чемпионат мира, который будет проходить в Мурманске этим мартом. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.